рамках реализации проекта «Старшее поколение» и работы с наказами избирателей руководитель фракции «Единая Россия» в окружном совете депутатов Вячеслав Киреев посетил земельный участок двух сестер-пенсионерок, проживающих в селе Юдино. По просьбе женщин активисты провели работы по сносу старого деревянного сарая и вывозу всего мусора с территории участка. Как рассказал Вячеслав Киреев, сарай был очень большой и ветхий. Во время прошлой зимы он уже покосился от снега и начал заваливаться на участок соседей. Партийцы организовали и на протяжении всего дня контролировали работу волонтерской бригады из 5 человек. К вечеру все работы были завершены.